Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня у нас на обзоре новый топовый проект, который называется Evergrow. Этот токен предназначен для постоянного роста, то есть цена здесь увеличивается на 10% больше, чем уменьшается предложение. Evergrow – это эластичный по цене токены, да, с регулируемым предложением. То есть они отличаются от обычного привязанного токена, именно стабильной монеты, ребейс, превращая эластичный по цене токен в синтетические товары с изменяющимися ценами и поставками, которые постепенно стабилизируются. Проект достаточно интересный, сейчас у них идет продажа на Unicrypt, в ней можно поучаствовать, да, продажи их токена. После этого сразу же будет листинг, конечно же, на PancakeSwap. Данный проект у нас сделан на блокчейне Binance Smart Chain. Давайте знакомиться с этим проектом более подробно, ну а для этого, как обычно, перейдем на их сайт. Ну что же, вот мы с вами на сайте www.evergrowtoken.finance. Ссылочку я, конечно же, оставлю в описании, также там будет ссылка на их социальные сети, Telegram. И если у вас есть какие-то вопросы по данному проекту, вы сможете позадавать их в их группе Telegram. Итак, данный токен у нас предназначен для постоянного роста, он даже переводится как вечно зеленый. И по идее должен расти, да, то есть здесь у нас прописана механика этого токена, ну и вообще его идею, давайте с ней познакомимся, ну а потом посмотрим, где приобрести данный токен и что для этого необходимо, его цену и так далее. Итак, почему нужно инвестировать именно в данный проект? Вы находитесь в правильном месте, новая эра протокола DeFi только началась. Как я и сказал, Evergrow — это эластичные по цене токены с регулируемым предложением. Их токен ERG – это проект, рожденный из потребности именно в надежном повышении цен среди моря волатильности, ну и красных свечей. Вечно зеленый математически рассчитан на повышение цены каждый час, что позволяет вам не беспокоиться, зная, что ваши инвестиции защищены именно за счет постоянного растущего пула ликвидности, укрепляющего ценовое дно. То есть 6% к стратегическому выкупу помогут всегда повышать цену, пока не достигнут 1 511 252 доллара. У них имеется панель мониторинга, где можно отслеживать все в режиме реального времени. То есть была выпущена панель мониторинга Evergrow, вы можете подключаться к своему кошельку, увидеть, как стоимость ваших инвестиций обновляется в режиме реального времени. И что особенно важно, ваш процент ERG не меняется во время преобразования. Вот такая у нас панель, но, соответственно, здесь коннектите свой кошелек, но так как токена еще нету, соответственно, вы ничего не можете посмотреть. Здесь будут написаны проценты, total supply, какой прайс на токен, да, market cap, ликвидность и так далее. Здесь же, кстати, имеется и контракт-адрес данного токена. Токен у нас уже создан, да, он есть на смарт-контракте, можно это все дело проверить. Количество токенов большое, как мы видим, да, то есть здесь триллионы, видимо, Evergrow. И здесь пока на 4 адресах они находятся. И после запуска, соответственно, вот это у нас и будет данный контракт. Здесь у нас на CoinGecko, BSK и CoinMarketCap. Как я понял, заявки на CoinGecko и на CoinMarketCap они подали. Ну и после листинга они в ближайшее время там появятся. Итак, что касается у нас самого токена и токен экономики. Токен Evergrow – это эластичный токен, поставки, именно построенные на блокчейне Binance Smart Chain и предназначенные для повышения цены минимум на 10% каждые 4 часа. Здесь у нас 10% налога на транзакции применяется в каждой транзакции, да, будь то покупка, либо продажа данного токена, и распределяется. 2% добавляется к обеспечению именно ликвидности для создания надежного ценового уровня, ну именно для проекта. 6% – чтобы стратегически выкупить токены и уничтожить их, да, то есть из стакана будут выкупаться, ну и, соответственно, сжигаться. И 1% идет к маркетинговому бюджету для поддержки роста постоянного растущего сообщества. И 1% также идет именно на развитие экосистемы. Теперь, что же касается токен экономики. Общее предложение, как мы видели, да, продают они половину, на ликвидность уходит 350. Экосистема 50, маркетинг 50 и команде также 50. Здесь все это дело расписано, и вы с этим можете ознакомиться. Также, что еще хотелось бы сказать, это то, что проект подал заявку именно на аудит, на Solidity Proof, да, они проходят аудит.
Здесь мы видим все данные, то есть 21 года, 10-15, да, то есть объявление, скоро начнется аудит Evergrow. То есть они подали заявку, видимо, все оплатили, и как только он будет готов, его здесь выложат. Ну и также они добавят ссылочки в свои социальные сети, поэтому это тоже не пропускаем. Ну и теперь к самому интересному, как же приобрести токен Evergrow и что для этого необходимо. Продается он на Unicrypt, да, то есть продажа у нас проходит именно здесь. Как мы видим, раунд 1 стартанет через 2 дня, да, то есть 21 октября. Собрать они хотят, получается, 600 BNB, да, то есть лог 11 месяцев, но они закроют эти средства, которые соберут. Также мы видим, что здесь заблокировано такое количество на 2 года, да, то есть это получается лог. Здесь у нас на 6 месяцев лог, и еще один это на 1 год также будут локи. Вот такие у нас будут локи, все это будет заблокировано, это говорит о серьезности проекта, да, то, что они будут это все дело блокировать. Здесь у нас различные ссылочки на проект, также различные предупреждения, да, что участие в ICO, ну и в продаже токенов, да, это, конечно же, большой риск. Я тоже вам это всегда говорю в каждом ролике. Я рассказываю про различные проекты, но это не значит, что в них нужно обязательно инвестировать. Я просто вас знакомлю с ними и также высказываю свое мнение. Но прежде чем инвестировать в любой проект, вы должны, конечно же, самостоятельно с ним разобраться, да, то есть самостоятельно его изучить и принимать решение только самостоятельно. Стоит инвестировать в него или нет. Продажа данного токена стартанет у нас через 2 дня, 21, да, октября. Поэтому у вас еще есть время ознакомиться с проектом, ну и принять решение, стоит в него инвестировать или нет. Здесь все просто, да, вам необходимо будет приконнектить ваш кошелек через MetaMask. Сеть необходимо иметь именно Binance Smart Chain. Вот видите, у нас кошелек здесь появился. Вы приконнектились, ну я здесь уже много раз покупал, соответственно, у меня сразу приконнектится, вам надо будет там MetaMask нажать подтвердить. Ну и, соответственно, как только запустится продажа, вы уже сможете приобрести данные токены. Ну и в конце, по традиции, мы, как обычно, смотрим с вами дорожную карту проекта, да, и смотрим, что у нас запланировано на ближайшее будущее. Итак, сейчас у нас 4 квартал 2021 года. Запуск веб-сайта и запуск социальных сетей, ну все это уже сделали. Также подали заявку на аудит, аудит уже делается, мы это с вами посмотрели. Далее у нас идет продажа на Unicrypt, стартанет она через, получается, 2 дня. Далее первая кампания по изменению базы влияния, маркетинговая кампания, также попадут на CoinMarketCap и CoinGecko. Тренды на различных платформах, реклама, Dex Tools, продвижение в Китае и дашборд версии 2. Ну а в начале уже 2022 года они хотят сделать 30 тысяч холдеров. Также холдинг с рыночной капитализацией 20 миллионов, веб-сайт версии 2. Также листинг на централизованных биржах и крипто-хедж-фонд. Все это будет и будет уже в начале 2022 года. Что у нас еще имеется на сайте? Здесь различные вопросы и ответы. Тоже, конечно же, советую с этим всем ознакомиться. Да, что такое токен Evergrow, что такое перебазирование, да, и так далее. Ну, здесь действительно интересное написано. И чтобы понять, конечно, следует это все изучить. Также некоторые функции, да, токен Evergrow, это увеличивающая ценность привязка, предварительно встроенная в токен Evergrow. Ну, я говорил, да, что у нас повышение на 10% каждые 4 часа. Это мы все с вами уже обсудили, поэтому уже мусолить не будем. Проект достаточно интересный, не знаю, как они, конечно, все это дело реализуют. Если реально сделают, как обещают, будет очень круто. Ну что же, давайте подведем итоги. Проект Evergrow выглядит интересно, ну точнее, их идея выглядит интересно. Как все это дело будет реализовано, нам неизвестно. Команда дает большие обещания, да, то, что токен будет постоянно расти. Конечно, я не могу сказать, что это будет именно так. Можно понадеяться на команду. Все ссылочки вы, как обычно, найдете в описании под данным видео. Переходим и изучаем. Ну а у меня на этом все. Я желаю вам большого профита. И всем пока.